Раннее утро понедельника, люди спешат на работу, а вот у сотрудников ДПС работа уже вовсю кипит. Полицейские проводят рейд «Допинг-контроль», который помогает выявлять нетрезвых водителей. По словам сотрудников, такие рейды не только помогают улучшать дорожную обстановку, но и повышают сознательность граждан, садящихся за руль. Место встречи – проспект Нефтяников. В утренние часы этот участок – один из самых оживленных в Когалыме. Горожане едут на работу. Многие выходные бурно отмечают и не рассчитывают силы и здоровья. И утром с признаками выезжают на работу, так как деваться некуда. На что обращаете внимание, когда останавливаете автомобиль? На внешний вид водителя, на поведение, на реакцию. То есть многие начинают теряться, когда документы спрашивают. Ну и признаки уже, запах алкоголя изо рта. Лица помятые, глаза красные. Вождение в нетрезвом виде, даже если это остаточное явление вчерашних возлияний, опасно. Для жизни, здоровья и кошелька. За такую езду полагается штраф 30 тысяч рублей, а то и вовсе лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. В ходе рейда сотрудники обращают внимание и на другие нарушения. Что у него не так? Номера передние несчитаемые. Вы на это тоже обращаете внимание, да? Я же номер машины не вижу. Кто едет? Это как-то может навредить дорожной обстановке? Конечно. Человек может что-то натворить. А-а-а. Не считается номер. Почистите, пожалуйста. Так устроит? От вас ничего не скроется. Ремень пристегнутый. Видите в такой снегопад? Видно, конечно. Сзади фары светят, просвечивается машина, видно. Угу. Как люди реагируют? Все-таки на работу, наверное, опаздывают. Да, нормально, все положительно. Виду не показывают, по крайней мере, нам. Да нормально, если надо, то надо. То есть положительно относитесь, да, к таким рейдам? Ну да, рейды нужны. Ну, предотвращение ДТП, во-первых, ну и мало ли кто после выходных употреблял. То есть вы, как участник дорожного движения, считаете, что это тоже полезно? Да, это нормально и правильно. Не знаю, только не в начале рабочего дня. Я вот сейчас опоздаю, потом отрабатывать. Нормально, погода хорошая. Все правильно сделали? Да ничего, нормально все. Всего за час работы 5 госавтоинспекторов остановили около 100 водителей. Несмотря на то, что этому рейду предшествовали выходные дни, все водители оказались в полном порядке, что, несомненно, порадовало и их, и госавтоинспекторов. Олеся Дементьева, Максим Полозов, «Наши города».